Всем снова привет. Продолжаем играть в Рейнджер. Так. Остановился я на том, что отвоевал еще пару систем. Так, два пирата. Вот, отвоевал пару систем. Нашел баг хороший. И решил заняться зондами. Хочу зонды. Вот прям вот. Хоть убей, хочу зонды. Мне не нравится, что здесь прям одни пираты понаполетали. Почему-то я не могу никого отговорить от нападения. И хочу в наемники взять. А вот. Дела. Так, ты с чувачками. Я прочухал, что может. Ну не то, что можно, что здесь очень даже хорошо, если с тобой вместе бегает компания какая-нибудь. Из других чувачков. Топ. Что я хочу сделать? Я хочу... Ладно, сейчас еще одну систему освободим. Я уже просто по инерции полетел туда. И займемся именно нашими зондами. Там уже здесь несложно будет ее освободить. Слово совсем. Так. Что мы имеем? Мы имеем. Все, в принципе, можно стоять на месте. Так, не, не в торпеду. И всех наяривать. Стреляю далеко и больно. Надо. Они даже урон наносят. Броня, конечно, свое дело играет. Еще одну систему потеряю, ну ладно. Так, что тут интересного здесь понавыпадало?
колеса. Он мерит свою пыль. Отхватили. Так, планета Прон. Очень хорошо. Как-то доминаторы у меня кладутся, не особо сильно напрягаясь. Без особо сильных усилий пока что с моей стороны. Так, аварийный сигнал. Странно, даже задания нет. Но на нас нападают еще одни доминаторы. Я думаю, мы их уже ракетами запинаем. Обожаю себя. Очень быстро отбили планету. Эту систему. И нам нужно лететь. 32. Подлетим к солнцу, хочу от солнца заправиться. Вот, ачивка, отлично. Летим на научную базу. Починиться. И расстариться оборудованием. Мне не нравится, что пираты здесь уничтожают научные базы. Вообще все ноды ушли. Ну да ладно. Так. Что у нас там в отделах? Ускорятора.
Там есть ачивка. Просрочить 3 кредита. Попробуем. Взять кредит. Возьмем на 530 дней. А, вот, я ж могу. Я совсем забыл, что я могу. Инвестировать, я совсем забыл. Вот так вот. Играл 50 часов, блин. Мучился и... Так, пиратов не будем. Строим военный флот. Так, планета Гайна, это у нас здесь же, да? Все метеориты летят именно в меня. Хочу сондами, хочу заняться, а... Забываю по них. Блин, Минкар освободили, ладно. Зонды. У нас где зонд простаивает? В системе Атлан, Растапан, Гейвер. Атлан. Где у нас Атлан? Понятно. Мы сейчас сделаем по-другому. Будем пиратов убеждать никого не бить. Кстати, может потом стимуляторы принимать. Так, Малоскожи же мы уже принимали, звездную пыль тоже. Хамас и ведущий Шахмадну. Что они нам дают? Навыки лидера и обаяния не уменьшились. Ну да ладно. Так. Где у нас 6? Система Окфал это... Здесь. Ладно. Арктур захвачено, Гевер. Это здесь. Атлан.
Атлан нужно освободить. И Растабан тоже. Ладно, освободим. Пираты с доминаторами связь. Да, пират справится с ними. Может быть, можно как-нибудь пиратов к себе. Перемирие, ничего. А я к вам летел, спасти вас хотел. Хотя они наоборот все захватывают. Может, с ним повоюем? Попробуем убежать. Пират пиратами, но что-то не. Чуть-чуть жесткий. Быстро настигают, но хотя, может быть, от пиратов мы отобьемся и так, может даже не улетать. Попробуем. Форсажа. Еще один ход. Так, а вот теперь можно и рвануть. Чтобы починиться. Не успел. Так, ладно, прям писечка осталась. Ладно, понадеялся слишком на... Так. Это военный. Швак, пошли на пиратов.
Торгаши. Торгаш. Дипломат. Никого интересного нету. Точнее, никто не согласится ни на что. Так, я думаю, мы, наверное, сразу по мелким долбанем. На всех парах куда-нибудь. Нет, не хочу с тобой воевать. Точнее, делиться. Сейчас мы полетаем, порегеним немножко. Даже лучше не порегенить, а... на какую-нибудь планету высадиться. Мы их что, спасли? Еще чем-то заболел. Нам нужно медицинское. О, доминаторские штучки.
точно отбили пиратов. Так, пираты. Что тут доминион, я так и не понял, если честно. Может попробовать мегресс теперь от пиратов освободить. Нужно как можно близкие системы. Просто доминаторы. Так, ну. Так, этих чувачков мы уже запинаем ракетами. Так, нет, мы, наверное... Торпеды все сбили, да? Можно было чувака. Так, я уничтожить хочу доминион. Какой-нибудь опыт дадут? Так, 26. Но вот всех проверяем станцию.
стал. Пират, ты что, офигел? Ты явно что-то попутал. Был рад помочь. Так, квестов нет. Ну да ладно. Так, систему освободили. Снова полетели в Кра. Или нет? Лучше на научную базу. Быстренько слетаем. Надо отремонтировать оборудование. Надо потом в торговый центр залететь. Отлично. Чока приятно. 20 тысяч-то заработать. Все, ноды закончились. Быстрый, интересный, но мелкий. Кра отбили. Селёстр, там интересно, кто нападает. А стоп, ладно, поздно.
сохранимся, может мы так убьем. Попробуем его убить. О, у него еще не полная хп, это хорошо. Так, мы пинать не будем киллера. Да, быстро корабль. Так, нужно немножко отступить. Чё, меня убило? Забавно. Торпеды, что ли? Thank you.
надо, надо. Починиться. О, ужас какой. Здесь не то, что починиться, здесь полечиться нужно. Если честно, уже надоело по каждому пустяку в больницу летать. В больницу, он сказал. Звание по... Так, аварийные сигналы. Попутал. Кстати, ну-ка. Потом загрузимся. Просто хочу проверить, на Келлера работают? Хотел программы на него заиспользовать. Надо было нодов ему утащить. Так, кровяной шагар. Я не помню, использовал когда-либо ее. Дед, типа иммунитет. Полетим в КРА, посмотрим там. Это похоже за прыжки, за количество прыжков. Нода, это хорошо. Так, ну это разберутся. Опять Турайс захватили. Ладно, полетели в Турайс. Или мы ее еще не освобождали, не помню. Ну, сейчас просто здесь мяско сыграем.
Это было очень даже несложно. Максим прилетел, Максим освободил. Так, планетрол. Тяжелый инфа. Больше заданий нет. Так, что мы здесь можем подобрать интересного? Ничего, поэтому взял. И научную базу здесь. Так их называют. Забыл их. Вот надо же слово забыл. Чуваки, которые грабят. Мародеры, вам мародеры. Так, проинвестируем научную базу. Строим военную базу. Все замечательно. Сейчас мы понастроим всего. Че, опять нодов не хватило? Так, ну ладно, не беда. Антидоминаторские исследования. Слетаем на Ненкар. Система, которая как шлюшка туда-сюда, туда-сюда. Может, ракетометы отложить? Место занимает, толк от них. Почти никакого. Я лучше нодами буду забивать. Так, вот это все делать.
А, я думаю, наверное, ракету сложу где-нибудь. Киллер, он задолбал, везде появляется. Слетаем, отвезем наши ноды. Так, починить корабль. И скинем ноды. Так, скинем также ракетометы. Сейчас мы их зарядим. Так, здесь у нас 20. Место чуть-чуть побольше стало.
Центр рейнджеров. Все. Понаставим всего. Чё-то я вот эту фишку-то поздно прочухал. Сейчас бы не бомбил бы. Здесь на что, пираты? Пираты, похоже. Да, согласен, в кольцо такое. Они, похоже, решили бежать. Попробуем Хизе освободить. Только заправимся сначала. Чувак, пойдешь под мое командование? Нам не нужен уже партнер. Короче, чуваки, летим в Хизе. Так, нужно. Ну, а здесь всего лишь деноминатор, окей. Так, собираем ноды. Почему я нарушил договор, интересно? Потому что он что-то украл? Ухижим. Все больше и больше максимального уровня становится. Так, хочу освободить Укфал.
надо. Я думаю, сейчас освободим, и на этом можно будет закончить. Да, просто стоять на месте. Единственное, ноду соберем. С этим разобрались. Посмотрим, чем нас наградят. Подмалкинский корпус. Пунктарный боев, точнее. Летим обратно в Акхар. Тюх, что ж все в меня попадают в астероиды. Так, деньги здесь сейчас мне смысла копить вообще никакого нет. Поэтому все, что можно, спонсируем. Неплохо. Так, проинвестировать проекты. Я прям меценат адовый. Пиратами что ли повоюем? Точнее, здесь на пиратов напали. Но мы еще походу отвоюем. Тему у пиратов. Так, что интересно.
хорошо, у меня скорость больше. Так, а как нам эту систему отвоевать? Вот, она пиратская. А вот пираты. Отвоюем. Благо, один пират только. Это ж форсаж включен. Так, на какую планету нужно? Таудерох. Гипергенератор. Гипергенератор нам точно не нужен. Нет, не нужен. Алкоголь подадим сразу. Такс. Все, последняя система, точно. Мне нужно к своим зондам просто прорваться. Не хочу камуфляж использовать. Может, какие-нибудь стимуляторы принять? Так, что за стимулятор? Вознаграждение... Там система шат, там тоже кто-то воюет уже. Надо будет отмечать, какие я уже... препараты заиспользовал. Здесь просто ачивка есть. За то, что обколоться всеми. Так, соберем все. Даже на скоряшке. Сейчас наш там. Можно включить, они интерес потеряли. Так как в этой системе я никого не убил, полетим дальше. Так.
Думаю, здесь просто стоять на месте. Бить всех. Смотреть, что еще выпадает. Вертекс 346 47 104. Вертекс лучше. Чем вот это вот, да. Только 10. Много. Так, ну что, наверное, избавимся. Из всего этого барахла. Чувак, вертик собрал. Ну ладно. Профукал вертикс, ну ладно. Ну, профукал, с кем не бывает. Так, Накхар такой вот. Есть хорошо, поэтому летим на форсаже. Это далеко мы не летим.
А если они еще не успели уничтожить там научную базу? Я вообще даже зря волновался, я бы сказал. Только Турайс освободил прям сразу. Там появился чувачок. Антидоминаторские исследования. Снова проспонсируем все, что можно, и на этом закончим. Хотя, да, закончим.